Хоккейный клуб «Гомель» не испытал особых проблем в очередном матче чемпионата Беларуси. На домашнем льду «Рыси» уверенно обыграли молодежку, забив по шайбе в каждом из периодов. Хозяева достаточно долго раскачивались и воплотили игровое преимущество лишь на 11-й минуте. Своим голевым шансом воспользовался Юрченко. Следующее взятие ворот гостей было зафиксировано уже во втором периоде. Отличился Хузеев, а в начале заключительной трети точку в матче поставил Жидких. Эта победа позволила «Гомелю» закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится в субботу также на домашнем льду. Соперник «Молодечно-2018».